Сык. Бесконечные. Не только три, наверное. Сколько? 17 числа. Ну, это уже пятый. 17 числа, но мы сидели пару дней, мы сюда не ходили. Потом началось сильнее и сильнее. Мы начали сюда спускаться. Угу. Приходить. Да, не три дня, сейчас просто не заканчиваются прыжки. Так вот, периода. Ну, сейчас прекратили, час-два, и тишина, и потом опять. А куда планируете выезжать? Там никуда, в больницу, где-то воспаление, наверное, двухстороннее. Всю ночь не спал. И, в общем, кошмар. Будь проклят этот Путин, чтоб он, блядь, перевернулся в 10 раз на том свете. За останні кілька днів ворог активізував свою активність. Внутрь! Зараз напишемося. А куди воно залітає десь? Воно туди лягає. Бо, ну, тобто на околиці. Да. Уже протягом кількох днів противник здійснює обстріли з використанням забороненої мінськими домовленостями важкого озброєння по околицям Станиці Луганської та населеного пункту Щастя. Зокрема, внаслідок вчорашніх обстрілів з 120-мм мінометів та 122-мм артилерійських систем ворогом було пошкоджено інфраструктуру міста Щастя, а саме було перебито лінію електропередач, внаслідок чого свою роботу була вимушена призупинити Луганська теплоелектростанція. Також внаслідок обстрілу постраждала теплотраса, яка забезпечує населений пункт гарячою водою. Та відбулося займання на складі паливно-мастильних матеріалів неподалік Луганської ТЕС на напрямку Щастя. Узо тримаються? Звичайно. Наші хлопці завжди готові до виконання завдання. Нам простіше, тому що ми в обороні, наші позиції підготовлені. Це вже батарея? Ну, ми чули декілька пострілів одночасно. Однозначно не одна гармата. Стандартна історія, коли пару штук працює? Ну, стандартно. Вони спершу здійснюють пристрілку одною гарматою, після чого дублюють наводки і здійснюють вогонь уже кількома артилерійськими системами або мінометами. Виход какой-то, да? Ну і що це? Звук падает очень близко, возможно, попадание по асфальту и очень где-то в 300 метрах КПВ «Счастье» можно допускать, что туда. Так а вы как? А? Так а вы как? А я как? А я никак. Не знаю, что я человек. Как-то буду выживать. Как, я пойду сейчас домой, у меня дом в середине, где рынок. Мне туда надо, а бабушка в другом, в другой стороне, на квартал. Ну там не слышно так, сейчас тут вообще капец, что творится. Отсюда пока дошла, мне плохо. Стало. Ну я с ней сидела, но говорю, Мотя, я говорю, тебя по-любому не оставлю. Ну как-то ж надо забирать, не знаю. У вас нет переноски кошачьей? А? Может быть. Пакеты надо взять, стреляли, не точно. А, это было по-русски.
На следующий день после признания России так называемых ЛДНР обстрел «Счастья» как начался в 11 часов утра, так и продолжается почти без остановок. Вот сейчас 4:15, и он продолжается. Что более важно, опять начался пожар на ТЭС. Мы приехали в 11 часов утра, и местные сказали, что свет только что починили, но сразу после этого начался обстрел. Соответственно, опять ТЭС горит, опять у 40 тысяч человек, даже больше, нету электроэнергии. Поэтому очень тяжело представить, сколько времени будет длиться ее восстановление, потому что пожарники свою работу даже не начинали. Верховыч, сегодняшний момент.